Очень хорошо. И шофер хороший, и помогает все время. Из пункта А в пункт Б доставит хороший шофер. Но для пенсионеров, возможности которых ограничены, опытного водителя мало. Необходим спецтранспорт. По инициативе Дмитрия Волошина в городском округе действует программа помощи маломобильным людям. Химки – один из немногих муниципалитетов, который оказывает данную меру социальной поддержки населения, доставляет 6 дней в неделю инвалидов-колясочников в диализные центры. Любовь Николаевна вынуждена посещать процедуры 3 раза в неделю. Раньше без поддержки доставить ее в больницу было сложно, но теперь в назначенное время к ней домой приезжает машина, оборудованная электрическим подъемником. Ей помогают сесть в транспорт, сопровождают в поездке, ждут окончания процедур, а после отвозят домой. Ее дочь рассказывает, автомобиль приезжает без опозданий, а поездка комфортная и безопасная. Когда мы перевезли бабушку в Химки, у нас получилась такая проблема с транспортировкой ее до диализного центра, так как она у нас инвалид и самостоятельно передвигаться не может. Мы обратились в администрацию городского округа Химки с просьбой выделить нам спецтранспорт. Значит, очень хочется сказать большое спасибо главе городского округа Химки Волошину Дмитрию Владимировичу за то, что вот пошли нам навстречу. Сейчас управление социальных коммуникаций на постоянной основе оказывает поддержку 5 химчанам. В дальнейшем количество участников программы обещают увеличить.